Вот мы дожили до 4 октября, 10 уезжать. Сегодня пятница, через 6 дней. Вот остатки докалывают. Иначе, значит, с утра размялся, сейчас я разминаюсь. О! Согревается. Рыжего потеряли, Надежда его сильно его запустила к себе. И он, конечно, на крики откликнуться не мог. О, только начинает солнце восходить из-за деревьев. А в городе это не увидишь. О, рыжая куда попала, гляди. Рыжая, рыжка. Куда ты залезла, инвалидка? Сейчас я... Выше на улицу ждет тех, а двое вылезли у нас, из которые на лабазе были ночью. Тоже событие. Вот она, запусти ее, запусти, она просится. И все. Ну держитесь, пеньки. Трухлявые. Наша тележка теперь. Но она никак не ожидала. Все утро радостно сидела. Жизнь продлил ей. Я ее вчера видел. Или сегодня. Куда же ты так спрятал-то их? Вот куда-то... О, я по одной колол. Ну не, я это не клади, я буду раскладывать сам. Ты только руби. А иначе мне-то делать нечего. Вот он пришел. Пришел рыжий. Ой, какой он ласковый. Трется, пошел. Залезет на наш куб, там что-то караулит. Отец говорит, ходили в люди, нанимались колоть дрова, и у одних дедушка стоял, говорит, рядом, да, а что, говорит, кричишь, дед, помогаю, так и я стою только, вот он проскочил опять. О, голуби летят ко мне, я гляжу, эти погибнут, а эти будут, сейчас я загляну, удрал куда, сразу пошел. Рыжий услыхал что-то. Так, прилетели голуби, я видал. Важно, чтобы залетели. Вот они где. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Полетели на поле горох. Ну, 8. Ну, горох-то горох. Это пока. Надежда Васильевна, там дымок идет.
Побыла тут, погрелась, пошла домой. Как в деревне хорошо. Это у нас кора пойдет на костер деревни. Здесь сваи заготовленные разного калибра. Вот даже старая надпись. Колодец свой. Все калашниковые делали. Молодцы ребята. Ну, нам досталось это. Вот мы ошкурили. Очень толстые. Больше 20 сантиметров. Я с гвоздями тут откидываю. Да. Пусть лежат. Ну все, однако. Вот банки наготавливаем. Ты их подними сегодня, Володя. Кто остается, чтобы могли поить голубей, не носить. Вон они летят. Им охота сюда попасть. У меня тут пшеница насыпанная. Дикие прилетают, поедят и дальше. Вот они все прилетели. Когда все исколешь, тогда возить буду, пока тебе сложишь. Все.